Всем привет! Меня зовут Марина Моргунова, и вы смотрите полезную программу. Впереди новый 2019 год, и наверняка вы уже подобрали подарки для своих близких. Но не стоит забывать и про себя, любимых. Даже если новогодний бюджет стал меньше, найти подходящий подарок можно, например, в комиссионном магазине. Да-да, не удивляйтесь, в советское время они были элитарными заведениями для богатых. Но мы отправились в современный комиссионный магазин. А что же мы там купили? Расскажем далее. Сегодня мне помогает в выборе новогоднего подарка моя подруга Лада. Мы сразу обратили внимание на большой ассортимент женской верхней одежды. Шубы, дубленки, платья и трикотаж. А цены такие, что и Лада решила выбрать себе подходящую шубку. Элегантные образы, богатые меха и современные модели. Еще здесь можно выбрать наряд для самого волшебного вечера в году – Нового года. И при этом сэкономить на подарки своим близким. А размеры до 52-го – это еще одно неоспоримое преимущество. Меховые жилеты не выходят из моды, а шуба из песца выглядит дорого, стильно и эффектно. Стильная дубленка с мехом станет достойным украшением гардероба любой девушки или женщины. Очень удачно мы сегодня зашли в комиссионный магазин. Здесь множество моделей и очень приятные цены. И каждый может себе найти что-то по душе. Почему именно в комиссионном мы рекомендуем купить шубу? Да потому что это существенно сэкономит семейный бюджет. Ведь на покупку мехового изделия можно потратить всего около 40 тысяч рублей. А если вы, например, закрываете меховой магазин или хотите изменить модельный ряд, то добро пожаловать! Магазин с удовольствием примет на реализацию такие шубки. Ну что ж, пересмотрели множество вариантов. Я подобрала себе скромный вариант. Модного пудрового цвета всего лишь за 40 тысяч рублей. А я выбрала себе шикарную шубу с леопардовым воротником всего за 45 тысяч рублей. Приобрести детскую и взрослую одежду хорошего качества и при этом сэкономить, а также сдать свою шубу и выгодно купить можно в модном комиссионном маркете круглый год. Город Красноярск, улица Молокова, 1, строение 1. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Телеканал «Енисей» поздравляет вас с наступающим 2019 годом. Мы желаем вам исполнения заветных желаний и достижения целей. С Новым годом!